6 июля в Казанском федеральном университете состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Института экологии и природопользования КФУ. Документы о высшем образовании получили выпускники бакалавриата и магистратуры. В этом году выпускниками Института экологии и природопользования КФУ стали 170 человек. Из них 59 обладателей красных дипломов. Участие в мероприятии принял директорат института и проректор по научной деятельности Казанского федерального университета Денис Нургалиев. В малом зале концертно-спортивного комплекса «Уникс» 7 июля состоялась вручение дипломов Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета. Дипломы получили 348 человек, в том числе 92 магистра. Среди выпускников 92 вчерашних студентов стали обладателями красных дипломов. В этом году Институт вычислительной математики и информационных технологий отмечает свое 40-летие. То есть это в любом случае юбилейный выпуск, и к нему всегда особое внимание и отношение. Стоит отметить, что в этом году также выпустился первый выпуск магистров по программе двойных дипломов совместно с Чешским техническим университетом. Это первый выпуск, первый опыт, и ребята очень успешно справились с ним. В европейской системе есть не просто оценка «отлично», а «превосходно». И почти половина студентов, окончивших эту программу, получили именно превосходную оценку по выпускным квалификационным работам со стороны Чешского технического университета. Годы учебы в Казанском университете уж точно не прошли для нынешних выпускников даром. Каждый из них с трепетом сердца будет помнить каждый момент, проведенный в университете. Студенческая весна республиканская, она проходила в театре «Кокол», и я выступала там со своим хором. Я благодарна университету за приобретенных близких людей, за друзей моих, за возможность самореализации в различных отраслях и областях. В ходе церемонии прозвучали слова благодарности в адрес профессорско-преподавательского состава. Также на сцену пригласили тех, кто принимал активное участие в жизни института, участвовал в творческой деятельности. Завершилась церемония совместными фотографиями на память. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Рустам Садриев, Универньюз.